Всім привіт! Я приїхала до бабусі в село. Друзі, а я буду готувати шашлик. Для чого треба підкидати до вогня? Зараз він прогорить, і ми будемо класти на нього м'ясо. Друзі, наш шашлик майже готовий. А поки він зариться, я катаю свого дедусика. Ну что, готовы со мной встречать коров? Пошли. Ее зовут Белка, а ее Милка. Что они делают? Едят сейчас помидоры. Сейчас будет бабушка коров догонять. Живуть в сараї. Качечки вийшли їсти. Ми відійшли і вони пішли їсти. І мама гусь такі. Качка. Я потом сюда. Вот так? Да. Сверху вниз. Ну, плавно. Верхние пальчики вот до нижних. Вот тут прижимаешь, а потом дальше. То Мира навчиться корову в баби доїть. Але щось не дуже виходить.
Не, не, а так. На частях будет. Вот так вот. Мокрыми надо ручками намочить. Да, да, вообще. Да, вот так вот. Стягивать. Пальчиками. Эту? Может, эту. Намочить не надо. Давай. Один тут отдали, а ты великий тут. Раз. Раз. Ну, бачу чуть-чуть. Знаєш, трошки виходить. Обов'язково треба покормити коробку. Все, покормила. Ну что, вам понравилось, как я доила коров? Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.